раздаем хлеб людям. Дневная норма хлеба в Первомайске 250 граммов на человека. Паспортам. Этот город, можно его смело сравнить с Ленинградом. В Ленинграде давали по четвертинке хлеба на человека. Получив хлеб, люди спускаются в подвалы. В них город живет уже несколько месяцев. Акция «Почувствуй себя Моторолой». «Почувствуй себя Моторолой», вот он. Мужской вариант бутерброда с колбасой. Да. О, видишь? Колбаса частично толще, чем хлеб. Да. 1-2 Что, здесь сидел, да, когда Слово прилетел? Ну, да. Вот. А ведь это... Будем называть этаж, нет? Не надо этаж. В общем, высоко. Нет, главное, нет, самое главное, что и продолжает здесь сидеть. Да, и все равно продолжает сидеть. Спокойно, потому что... Сейчас себя посадил, тебя посадил, правда. А потому что я этот? Нет, он меня посадил, потому что сейчас по расписанию должны как раз бабахнуть. В протесте. Но на мне пока еще не мечта Моторола, потому что поэтому немножко волнуюсь. Да. Экскурсии по Новороссии, гид Моторола. В общем, вот дизайн интерьера лично Моторола занимает. Выбором обоев. Мои ребята. 3 или 4 дня назад пришла к Мотороле и Гиве форма наша. Вот ребята уже в ней сидят. Вот по чесноку как? Теплая форма, не продувается, все хорошо. Все отлично. И вот тоже, по-моему, да, боец? Да, так точно.